удостоверение личности на блокчейн. Город Цуг в Швейцарии недавно объявил о новом варианте регистрации всех жителей на основе блокчейн. Как сообщает CoinIdle.com, Цуг, известный как Криптодолина, является домом для многих криптокомпаний. Цуг дает возможность всем гражданам получить удостоверение личности на основе блокчейн Ethereum. Жители смогут самостоятельно регистрировать свое удостоверение, используя специальное приложение, которое защищает личную информацию с помощью технологии блокчейн и связывает ее с криптографическим адресом.